Так, начинается второй матч против команды Академика. Город Нижнекамск. На второй матч команду выводит Тихонов Тимофей в качестве капитана. Традиционное рукопожатие Fair Play. Команда Академика в черно-белой форме. Команда Строитель в синий. Так, стартовый состав команды Строитель в воротах Зуев. В поле Краснов, Холкин, Загайнов, Гайзидинов, Сарваров и Тихонов Тимофей. Итак, дан свисток, начало матча. Холкин с мячом. Сарваров. Прострельная передача. И команда Академика бежит в контратаку. Прошу прощения за обрыв трансляции. Тут с интернетом что сегодня проблемы. Ничего опасного за время отсутствия не произошло. В команде Строитель произошла замена. Вместо Тихонова появился Шакиров. Аут в пользу команды Строитель. Тогда команда Академика в атаке. Несложный удар для Зуева. На поле появился Кульбарисов. Краснов на Кульбарисова. Шакиров сам на Сарварова. Кульбарисов удар. Загайнов должен перехватывать. Да, перехватывает. Передача на Кульбарисова. Загайнов. Сарваров сам обыгрывает. Делает прострел. Краснов на Холкина. Загайнов. Да, увидел Кульбарисова. Краснов. Сарваров с мячом. Прострельная передача. Кульбарисов поборолся, отобрал мяч.
Загайнов. Увидела Кульбарисова. Опять назад. Неточная передача. Холкин Ранель поборолся, отобрал мяч. Вместо Кульбарисова на поле появляется Емангулов. Команда Академики будет вводить мяч из-за боковой. Мангулов. Загайнов с мячом. На поле появился Гатаулин. Удар! И прострельная передача превратилась в результативный гол. Гол забивает Сарваров Тимур. Счет матча становится 1-0. Неожиданный удар получился для команды соперников. Так, в команде «Строитель» сразу происходит замена. На поле вместо Краснова появляется Чугунов. Маштаков сегодня уже на поле Галин не выйдет. Он переоделся, у него нога все окончательно. Бегать он не может. Вот, довольный папа идет. Мангулов будет вводить мяч из-за боковой. И мяч опять уходит за пределы поля. Опять Мангулов. Сильно на Гатаулина. Прострельная передача. Загайнов. Удар. Гол! Замыкает Загайнов передачу от Мангулова. Счет матча становится 2-0. Сейчас надо закрепиться еще одним голом для успеха, чтобы было уже более-менее поспокойнее играть в свою игру. Холкин на Чугунова. Чугунов, неточная передача. И чудом сейчас просто, чудом не залетает мяч в ворота. Команды «Строитель». Отличная стеночка. Прострел Юмангулов. Не успевают наши ребята замкнуть эту передачу. Загайнов. Будет удар. Вратарь принимает мяч на себя. Сильно вперед. Загайнов. Перевод на Юмангулова. Юмангулов, Гатаулин. Гатаулин сейчас должен увидеть Сарварова. Да, увидел Сарварова. Ой, опять Сарваров. Тяжело сказать, это был все-таки удар, или он попробовал сделать опять передачу. Чугунов поборолся, отобрал мяч. Перевод на Холкина. Холкин ищет продолжение на Сарварова. В центр. Сарваров сразу в касание на Гатаулина. Гатаулин Юмангулову.
Прыгунов вступает в игру. Перевод. Юмангулов. Навес. И сильно вперед. Чугунов должен принять мяч. Холкин. Передача на Тихонова. Тихонов появился на поле вместо Гатаулина. Прошу прощения, не совсем удобно мне сейчас видеть нашу скамейку. Скамейка местами поменялись. Юмангулов. Прострел. Загайнов. Сильнейший удар Загайнова из-за линии штрафной. И счет в матче становится 3-0. Вместо Чугунова на поле появляется Тихонов Егор. Команда Академики вводит мяч из-за боковой. Вместо Тихонова на поле появляется Куль Борисов. Если неправильно произношу фамилию, прошу прощения. Зуев вступает в игру. Далеко вперед на Сарварова. Судья назначает штрафной за толчок игрока в пользу команды Академика. Сильно мимо ворот. И Зуев сейчас будет вводить мяч в игру. Сарваров на Куль Борисова. Не точно. Сами же исправляют, ребят, свою ошибку прессингом. Загайнов. Тихонов Егор. Холкин. Отличная передача в коридор на Куль Борисова. Вместо Юмангулова появляется Гайзидинов. Загайнов. Отличная передача на Куль Борисова. Удар. Вместо Холкина на поле появился Краснов. Сарваров увидел Гайзидинова, перевел мяч. Гайзидинов сам сразу же вступает в борьбу. Краснов, перехват, удар. И рядом со штангой пролетает сейчас мяч. Загайнов. Отлично. Передача на Куль Борисова. Удар. Ну, тихо. Очень тихо. Удар получился. Несложный для вратаря команды Академика. Гайзидинов прессингует. Прессингом отбирают мяч. Пас на Загайнова. Загайнов. Удар. И вратарь вынужден выбивать мяч на угловой. На поле вместо Куль Борисова появляется наборщиков Дима. Загайнов будет подавать угловой. Подача.
И надо будет повторить. Да, вратарь ударился об штангу. Довольно-таки неприятный такой момент для вратаря. Не получилось, откровенно говоря, подать сейчас у Загайнова. Но тут же наши ребята в прессинг. Сильно вперед. Рука. Краснов. Тихонов. Ищет Краснов продолжение. Через дом. Команда «Строитель». Краснов. Загайнов. Штрафной назначает судья в пользу команды «Академика». Просит судья отодвинуть мяч подальше, да. Удар. Стенка принимает удар на себя. Краснов, но сразу на Сарварова. Газидинов. Загайнов. Сарваров. Сильный прострел. И команда «Академики» выбивает. Мяч на угловой. Загайнов пошел подавать. Нет, оставил мяч Сарварову. Сарваров разыгрывают. И еще один сильнейший удар Загайнова. Долго готовился Загайнов Артем к удару. Но вратарь из девятки вытаскивает. Тихонов отлично на Газидинова. Прострел. Наборщиков вступает в борьбу. Штрафной фиксирует судья. Готовится игрок «Академики» сильно вперед. Выбить мяч. Переиграли. Непоследний момент. Решили разыграть. Наборщиков успевает накрыть. И выбивает мяч. От наборщика выходит в аут. Краснов. Команда «Академик» в атаке. И Краснов выбивает мяч за пределы поля. Будет угловой. Так, подача. На себя Газидинов принимает. И удар мимо ворот. Сарваров. Загайнов. Загайнов. Сильный удар. На добивание наборщиков. Удар. Гол забивает наборщиков. На добивание сейчас играл наборщиков. После сильнейшего удара Загайнова вратарь был вынужден
отбивать мяч перед собой. И первый тайм заканчивается.